В Ялтинском зоопарке на свет появились сразу три белых львенка. Таких в мире всего несколько десятков, и для биологов это настоящий новогодний подарок. Сейчас животные нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Они боятся холода, они ведь африканцы. И таких морозов для них это губительно. Особенно для малышей. Малыши чувствуют себя хорошо, кушают. Забрали и кормим их искусственно, поскольку зима, и не стали рисковать их здоровьем. Посетители зоопарка увидят львят только через месяц, когда они подрастут и окрепнут.